Наших участников лучше не трогать до выхода на сцену, ведь из-за хрупкого грима они поистине неприкасаемы, так же, как и группа главного хулигана отечественной рок-сцены Гарика Сукачева. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля, а моя бабушка дует трубку. Давай, ребята!
конкурсе, и особенно учитывая, что у меня с Гариком Сукачевым в один день рождения, жюри пошло мне навстречу, и мы просим Витаса закончить сегодняшнюю программу. Витас, Гарик Сукачев, номер на бис! Вот и все на сегодня. Наш следующий выпуск. Это уже финал, грандиозный финал шоу «Точь-точь». И именно вы узнаете, кто станет лучшим в шоу перевоплощений «Точь-точь» на Первом канале. Всегда помните, чтобы стать кем-то, нужно сначала стать самим собой. До встречи через неделю! Thank you.
У нее ни черта не осталось. У нее в кошельке 3 рубля. Моя бабушка курит трубку.